Всех приветствую, меня зовут Андрей Бока, канал «Вечерний Урка». С раннего детства я рос хулиганом. Однажды я пошел на ограбление ювелирного салона и получил 2 огнестрельных ранения. После этого я отбыл в тюрьме, освободившись, корни изменил свою жизнь. На сегодняшний день я отец 3 сыновей, и мой канал создан для того, чтобы уберечь молодежь от совершения преступлений. Своим примером хочу донести до массы, что может быть за одно необдуманное действие. Подписывайтесь на мой канал. Я здесь частенько провожу розыгрыши денежные. Всех обнял.